Так, это у нас 26 августа 2018 год, Харьков, 21:42 по Киеву, полнолуние у нас сегодня, и треклятый ветер, портит всю малину. Да, ветер что-то, чем дальше, тем больше. Ну ладно. Зато видимость просто чудо. Так. Где у нас Марс? Вот у нас Марс. 64 миллиона километров сейчас Марс. От Земли был. Недавно вообще в 57 километрах, миллионах километров. Ну да. Ветер при таких увеличениях, это, конечно, мрачно. Ладно, сейчас попробуем еще. Чем черт не шутит, Сатурн уловить. Мы
можем считать себя полностью счастливыми. Юпитер уже спрятался с Венеры за горизонтом. Так что нам осталась одна забава. Сейчас будем ловить. Убег, зараза. Все, потерял, да? Да, это прямо как ну ты представляешь. Ну, в общем, думаю, при таком ветре это лучшее, что я могу себе позволить. Ладно, смотрим еще раз. +1 51 по Киеву, 26 августа 2018 год, Харьков. Ты видишь, ветер как нам все портит.